Привет, привет, мои дорогие. Ну что, начинаю варить холодец. Ножки я, голяшка говяжья я, ушки я, все вымочила. И часика на два все варить и снимать пенку. Это естественно. Пусть кипит. Ну что, ребят, все варится, парится. Наверное, водички придется добавить. 2 часа прошло. Кидаю луковицу в шелушке и морковку. И еще 4-5 часа. Кипит, кипит, мое чудо. Ну, еще где-нибудь часик, и можно будет разбирать. Все уже разваливается. Разваливается. Добавила чесночок, черный перчик и лаврушечку. Что, все, мясо очень-очень хорошо отделяется от костей. Все практически. И я достаю наше мяско. Тут еще с косточками. Теперь разбираю и режу мясо. А бульон, естественно, процеживаю. Представляете, сколько мяса у меня получилось. И это я еще не процедила бульон. Ребят, теперь я беру сюда. Я все делаю в перчатках. Процеживаю бульон. Довожу до кипения. И разливаю в чашки, в плошки, посуду, в общем, во что вы хотите. Но я еще, уже не знаю, подсолила еще немножко мяса, потому что холодец бывает, что не соленый. А завтра мы увидим все, что получилось.